Так, в связи, в этой связи и с ходатайством прокурора, поступившего 31 марта 2023 года, судья вынес постановление, следующее содержание. Так, судья Таткурганского городского суда области Жетсу Гутай рассмотрел ходатайство государственного обвинителя, помощника прокурора области Жетсу Кудабаева об объявлении международной доски изменения причины в отношении Кудебаева Серика Мурзакуловича, обвиняемым в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, часть 2, статьи 146, часть 4, статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан, установил, Кудебаев обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, часть 2, статьи 146, часть 4, статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ходатайство государства обвинителя подлежит удовлетворению на основании следующего. Подсудимый Кудебаев следователем была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное разбирательство по настоящему уголовному делу 10 марта 2023 года в связи с госпитализацией на стационарное лечение подсудимого Кудебаева было отложено на 16 марта. Затем 16 марта трижды было перенесено на 20, 27 и 30 марта 2023 года в связи с неявкой подсудимого. А вместе с временем начала судебного заседания надлежащим образом извещены были все лица, участвующие в рассмотрении дела. Однако 30 марта 2023 года подсудимый Кудебаев на судебное заседание не явился. В связи с этим судебное заседание было отложено на 3 апреля 2023 года и принято решение о приводе подсудимого. Вместе с тем, согласно информации прокурора, полученной от пограничной службы Кыргызской республики, 23 марта 2023 года Кудебаев вылетел из международного аэропорта Манас, города Бишкек, Кыргызской республики, город Стамбул, Турция, что подтверждается сведениями из базы данных пограничной службы. В целях предотвращения дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и скорейшего установления его местонахождения необходимо незамедлительно объявить Кудебаева в международный розыск и изменить ему меры пресечения на содержание под стражей. Учитывая, что в силу части 1 статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан главное судебное разбирательство проходит при обязательном участии подсудимого, а настоящее место пребывания Кудебаева не установлено в силу частей 1, 3, 4, 5, 5, 45, после судья считает необходимо объявить рост подсудимого. На основании изложенного руководства статьями 45, 341, 342 и 335 Уголовного процессуального кодекса судья постановил ходатайство государственного обвинителя Кудебаева удовлетворить объявить международный рост Кудебаева Серика Мурзакуловича, родившегося 1 января 1965 года рождения, проживающий по адресу Алматинской области, Красноярский район, причины в виде подписки не выйти на надлежащее поведение в отношении Кудебаева изменить на содержание на страже. Производство русского подсудимого Кудебаева поручить департаменту агентству по противодействию коррупции по области Жетсу. Надзор за исполнение постановления возложить на прокуратуру области Жетсу. Постановление подлежит немедленному исполнению. Данное постановление было вынесено 31 марта 2023 года. В связи с экстренностью и предотвращением дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и скорейшего установления его местонахождения. Понятно, да? Данное постановление было вынесено 31 марта 2023 года согласно информации прокурора и ходатайства.